В районной администрации состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления детей, на котором были подведены итоги работы по выполнению программы «Лето-2017». В работе межведомственной комиссии приняли участие директора образовательных учреждений, главы поселений, руководители социальных управлений администрации, представители правоохранительных органов и санэпиднадзора. Провел заседание глава Славянского района Роман Синеговский. Главная задача программы «Лето-2017» заключалась в обеспечении безопасного и эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей Славянского района. Насколько добросовестно удалось выполнить поставленные задачи, доложил заместитель главы по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он отметил, что приоритетными направлениями была организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и из малоимущих семей, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, а также одаренных детей, победителей районных краевых конкурсов, активистов школьного самоуправления. Особое внимание было уделено занятости трудных подростков, детей-инвалидов. В целом, более 13 тысяч несовершеннолетних были охвачены 30 разнообразными видами и формами отдыха и оздоровления. Основные из них – работа досуговых и спортивных площадок, лагеря труда и отдыха, лагеря дневного пребывания, походы, турслеты, экспедиции, экскурсии, организация трудовой занятости школьников, отдых на побережье Азовского моря в лагере «Ровесник», оздоровление на базе бальнеолечебницы. Общая сумма финансирования на проведение мероприятий составила более 17 миллионов рублей из краевого и районного бюджетов. В качестве замечаний по организации летней занятости детей были обозначены недостаточное использование малозатратных, но эффективных и интересных для ребят форм отдыха и оздоровления, таких как велопоходы, однодневные турпоходы. Еще один минус – закрытие бассейна на июль и август в связи с отсутствием системы летнего кондиционирования, а также неэффективная работа администрации некоторых поселений по трудоустройству подростков, желающих поработать летом. Все выявленные недочеты будут устранены при подготовке летней кампании 2018 года. Мы говорим, что летняя кампания окончена 2017 года, но уже с сегодняшнего дня мы начинаем активную подготовку к летней кампании 2018 года. Сделали работу над ошибками на крайнем межведомственном совещании. Очень хотел бы поблагодарить всех коллег, кто участвует в летней кампании, за четкое межведомственное взаимодействие в ряде вопросов. Все, что было сложным, решено, все, что казалось невыполнимым, выполнено. Поэтому у нас достаточно серьезный потенциал, уважаемые коллеги, для того, чтобы стартовать с летней кампанией 2018 года. Поэтому желаю всем положительного настроя, ну и реализации тех задач, которые стоят перед нами в этом направлении. По итогам совещания был составлен проект решения, в который были внесены предложения по повышению эффективности работы по организации летнего оздоровления детей. Глава района поручил службам внести в план работы на 2018 год установку кондиционирования в бассейне, приобрести дополнительное туристское оборудование, палатки, посуду, спортинвентарь. Главам поселений поручено к началу летних каникул совместно с образовательными учреждениями определить список ребят, желающих трудоустроиться в летний период, оказать им содействие в оформлении всех необходимых документов. Также Роман Синеговский поставил задачу увеличить количество детских путевок для прохождения оздоровления в бальнеолечебнице «Славянская». Хотелось бы, чтобы все хорошее, что у нас получилось, мы с вами взяли в кампанию 2018 года, да? А все, что не получилось или плохо получилось, оставили в 2017 году. Надеюсь, что готовясь к кампании 2018 года, мы учтем с вами все ошибки, все недочеты и будет поступательное движение в целом вверх, как оно должно быть. В конце заседания всем, кто принял активное участие в организации и проведении летней оздоровительной кампании 2017 года, глава района вручил благодарственные письма. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».